спасибо за посещение. Вот. И я хотел выразить свою благодарность за вот эту книгу, потому что я горжусь дружбой с Еленой Александровной Савиньевич, с тем, что она однажды мне поверила и поехала не в Абакан, не в Минусинск, не в Шушенское, на производственную практику, будучи студенткой, а к Железову. Вот. Спасибо. Это закончилось вот этой книгой, и скоро защита кандидатской диссертации, так, и хорошо бы сделать, чтобы она сразу стала докторской. И чтобы сразу вручили... Сразу Нобелевскую премию. Нет, премию не дадут, а хотя бы должность директора ГСУ. Ну, государственную премию мне уже вручили. Не без вашего участия, я считаю. Ну, это государство Красноярское, а еще есть российское. Вот. Мы развиваемся, у нас есть куда расти. Ладно, что-то еще это я прервал, когда... Да нет, я просто хотела рассказать, что моя жизнь с тех пор, как я с вами встретилась, изменилась прямо очень сильно. Я совершенно не думала, что это меня так захватит. Можно я один добавлю? Хороший повод сказать, что результатом знакомства стала вот эта книга, которая там... Ты немножко про книгу, про себя, и чуть-чуть про... Я так не люблю, я так стесняюсь этого. Ну, это же результат 10 лет фактически. Ты держишь то, что ты вот сделала, да? Что это справочник, что это как раз информация, что можно заказать, обратиться к тебе куда-то. Чего ты стесняешься? Надо же заниматься образовательным проектом. Ну, если в двух словах про книгу, то это справочник по сортам, которые будут себя хорошо чувствовать и которые проверены уже на протяжении многих десятков лет на территории Красноярского края. В южной зоне, конечно, но здесь есть все плодовые культуры, яблоня, груша, абрикос, слива, вишня и все ягодные культуры, смородина черная и красная, жимолость, крыжовник. И у нас есть приложение, сделал Андрей Андреевич Чураков, по картофелю. Это наш коллега. И вот результатом вот этого десятилетнего нашего совместного труда стало вот это издание. И если оно кому-то интересное будет, я думаю, что можно обратиться, и мы вам пришлем. Как обратиться? Можете написать мне на почту или позвонить по телефону 999-440-06-31. Еще раз, 999-440-06-31. Ага. Ну, нескромный вопрос. Сколько такая книжка стоит? Ну, на реализацию этого проекта мы получили грант в Министерстве сельского хозяйства Красноярского края. Так. Честно сказать, я не знаю, сколько это стоит. Не, ну сколько человек скажет. Что должна стоить она? Ну, если будет большой интерес, я напечатаю дополнительный тираж. Короче, сколько стоит книга? А, купить ее можно за 850 рублей. Вот, 850, это я и добивался. Плюс доставка. Да? Это я и добивался. Да. Ну что, интервью заканчиваем. Все-таки именинница книгу издала. Ну и пару слов. Как получилось так, что тебе вручили государственную премию Красноярского края? Государственную. Ну не Нобелевская, но лиха беда начала. Ну, был конкурс открытый среди вот. Докторантов и аспирантов. Нужно было предоставить на конкурс все свои печатные работы. Все подтвердить участие в научных там мероприятиях, конференциях и форумах и показать, где ты бывал, какие у тебя есть квалификации, какие у тебя есть курсы повышения, где ты был задействован в грантах или в проектах. И мы все это собрали, передали туда, и через год
нас пригласили на награждение. Оказалось, что таких, как я, не очень много. И очень это мне почетно. Мне показалось, что это прямо такое заслуженное признание за многолетние труды. Неожиданное и очень приятное. Так. Ну что, желаю, чтобы тебе сразу присвоили докторскую. Мы в процессе, скажем так. Ну все тогда. Помаши зрителям рукой и ненадолго расстаемся. До свидания, всего доброго. Желаю вам цветущих садов и вкусных плодов.